домой, взял старый отцовский ремень и повесился. Ему было 13 лет. Как и мне тогда. Теперь мне 31 год, а ему по-прежнему 13. Я понял, что все имеет начало, и не все имеет конец. Она больше. Я понял, что было 20 лет назад. И спросите, что было вчера, и не было. Это ничего. Я не помню. Все дни стали похожи друг на друга. И вот уже 5 лет, как я проживаю один и тот же день. Как во сне. Просыпаюсь. Выпиваю чашку кофе. Закурю сигарету. Как мне все это надоело. Потом одеваюсь и ухожу. На метро сторонние люди, незнакомые лица. Пустые глаза. Этот город съедает меня. А мне всегда хотелось быть сильным. Я живу в постоянном ожидании, что что-то должно произойти. Все слова мне кажутся опасными. Все проходит. А я так не научился любить. Иногда не бывает рядом. Но тогда нет меня. А когда она мне необходима, я не могу ее найти. Даже когда она стоит в шагах за меня. Телефонные звонки отнимают ее у меня. Я опять один. В моей жизни было два рождения. Первое, когда Господь вдохнул меня жизнь. Второе, когда Он дал мне способность увидеть и почувствовать другой мир. Когда все закончилось. Теперь я жду последнее рождение.